Всем привет, это наша любимая игра «Родина». Ну что ж, мне сегодня подфартило. Я нашла у тебя чемоданчик. У нас продолжается битва. Ну, ничего интересного я вам не расскажу. Осталось 4 участника. И так как 3 участника у нас выбыло, у нас получилось, что мы не сможем при всем желании, даже если возьмем по шестому заданию, никуда выдвинуться. Мы на 6-м месте, ну, даже если мы чуть-чуть сдвинемся, ну, скажем так, не сильно далеко. Мы даже не можем получить награды участников. Для того, чтобы набрать еще до последней, нам не хватит даже по шестому заданию. Ну, будет как будет. Смотрим на наш кораблик. Ой, не-не-не-не-не-не. Я не хочу. Подождем следующий. Так. Грузимся. Сокровища Кощея. Да, у меня даже такое есть. Так. Товарищи, машите флажками. Ну, скромненько, скажем так. Очень даже скромненько. Могли бы побольше подарков. Кораблик, я так поняла, уже был только что, да? Нет, еще час с чем-то. Ну, бывает. Так, сухарик. Не могу. Сухарики у нас всегда и везде. Это так надо. Скажем так, задумано. Вообще сегодня нигде никак. Надо пойти на заводах проверить. И поставить. Так, маслечко, скорее всего, должно быть. Я так думаю. И вареничка все возможно. О! Видите? Ну, бывают же приятные моменты. Вот что-то оно нашлось. То у меня же там, по-моему, был перевес. Вот это я тоже могу. И все? Так, ладно. Сейчас начнем разгружаться потихонечку. Никуда не спеша. Куда нам спешить? Это я точно помню. Не? Ну, пожалуйста. Не. А, мы сейчас делаем. Мы же хитрые. Мы знаем, что как сделать. Стоять. Тут что мы можем? Ничего не можем. И не надо. И не очень-то и хотелось. Мы сейчас... Так, а ну, кто мне напомнит? Вишня. Вишня. И что надо было? Вишня, 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 вишня. О, точно. А что, смородинки нет? Есть. Ой, мне тут немножко помогли. Надо принять. Ага, если только смогу достать. Вот так вот. Ювелирная работа, обратите внимание. Так, вишня. Вишня есть. А вишня есть, а места нет. Ладно. Сейчас будем освобождать место для вишни. Потом для всего остального. О! Приятный момент. Пилочка вылетела одна. Это радует. Подпилять. Пиляем сначала на курорте, потому что тут у нас ограничения. Там можно сухарей ставить сколько хочешь, а тут нет. Вот это я приплыла, конечно. А где это было? Я ж чего-то только что брала. Не дотянула. С вишенкой я, конечно. Склерус. Не, не тут, вот что тут. Ладно, мы сейчас вернемся домой и все уточним. А, я хотела сначала поставить.
увидела, обрадовалась и забыла. Еще один никак. Очень хотелось, очень хотелось. О! Раз, два, взяли. Взяли. Еще и три места вакантных. Теперь надо брать так аккуратно, чтобы взять только то, что в первую очередь горит. Вишня. Вернее, яблоко. Тут нету сверху. О, вот это можно взять. Взяли. Сейчас мы все аккуратненько так по местам и расставим. Скажем так, особо не спеша. Почему я не посмотрела, что будет в следующем кораблике? Вишенка, да, вишенка, вишенка. Просить. Ну, больше не просим. А что будет в следующем кораблике? Интересный кораблик. Так, отнесем вишенку. Так, вишенку мы отдали. Тихо, мы ничего не пропускаем. Мы идем. И смотрим, смотрим и идем. Маслечко навряд ли я столько насобираю. Я вроде что-то брала. Ага. Вот тут есть все шансы. Я так думаю, три вакантных места уже есть. Раз, два, три, четыре, пять. Я иду тебя искать. Я умная. Я себе место наделала. Так, теперь можно здесь пособирать. Чуток. И со смородины надо ставить, правильно? Правда, я не успею сделать, оно очень долго делается, но попытка не пытка. Ставим. Тут у меня совсем со смородиной никак. Попросить со смородиной. Вот еще я нашла смородину. И вот еще одна недорватая, недособиравшаяся. Все, это мы поставили. Сырников у нас совсем мало. Попробую поставить. А я потратила на другое, видите. Ха-ха-ха, ладно. Сначала то отнесем, потом займемся сырниками. Что ж, начинаем потихонечку, медленно и уверенно освобождать склад. Так, надо пойти еще пособирать всякие йогурты. О, есть. Походу с йогуртами все, да? А я не знаю, оставила я такое или нет. Надо ставить рукавицы, причем срочно, в срочном порядке. Пойду проверю, как мои там пернатенькие пошла. Так, накормить поросят. Где мои три поросенка? Ой, перчатки-то я поставлю, варежки, но очень мало. Сейчас опять склад забью, да? Три есть. Так, это мы поставили. Тут мне надо были кормим. Накормим.
чем накормим побольше. Кстати, обратите внимание, еще там день-два, и у меня будет новый уровень. А денег я, конечно, пока собрала мало. К сожалению. Ну, я так особо не спешу. Я думаю, что, в принципе, я успею с этим делом. Так, что у нас там по вместимости? 950 и 950. Так. О! Мне была оказана помощь. А, девочки. Ну что ж, сырнички я поставлю чуть-чуть. К сожалению, много не смогу. Ну, лучше чуть-чуть, чем ничего. Я ж не знаю, сколько их там будет. Правильно? Правильно. Так. О, мне помогли. Спасибо. Так, надо немножко просадить. Опять гороха. Так, а что там с местами свободными? О, тут уже прилично и тут прилично. Нормально. Прорвемся по заводикам. Что мы можем еще поснимать? На морожку мы такую не делали. На палочке. Это я поставила, это я поставила. А, яблочное есть? Есть, но до него надо добраться. Есть. Теперь один был, должно стать два. Ну, у меня бывает такое, что есть. Торговый центр почти готов. Закусочная нам не светит. Точно не светит? Сейчас проверим. Нет, не светит. Будет поставить. Спа-салон. Нет. Все потратили. Кстати, можно поставить этих три штучки. Делаться. Есть. Раз. Так. Скинулись яйцами. Кинулись. Ну, я так не играю. Не жадничаем. Я обязательно вас покормлю. Даже сегодня. Раз, два. Ой, мне надо еще одно яйцо. Одно. Но куриное. Да. Жадины. Одного яйца мне не хватает. Мы попробуем купить. Я кукурузку заберу. Это тоже я возьму. Я понимаю, деньги тратить нельзя. Ну, вот хочется, если. Если хочется, то можно. Я понимаю, что так буду очень долго копить. Но. Вот пшеничка почти даром была. Уже купили. Андрюша продавал. О, яйца. Были. Тоже были. Так, ладно. Где там отнести? Кому? Итак. Угу. Торговый центр. Почти все довольны будут. Довольный покупатель, это здорово. Ну, двигаемся. Что насчет улучшений? Светит нам. И не светит, и не греет. Ни кирпичей, ни прутьев. Жаль. Очень жаль. Турист, тебя никто не хочет забрать от меня, чтобы у меня место появилось для туристов. Ладно, бывает. Теперь надо закончить с кормежкой своих любимых животных и поставить делаться корм. Вот такой, например. Вон сколько голодных. Видите, как я активна, сегодня они меня поедят. О! Ты сюда. Есть. Теперь надо накормить. И еще, кстати, сделать побольше для курей. Куры очень быстро хотят есть. Ай-яй-яй.
Сейчас все купим. Сейчас все купим. Не купим, так вырастим. Ну что, нету глазастиков голодных среди курочек? Так, товарищи, теперь к вам. Сидите молча, так скромно. Я ж вас накормить могу по-быстренькому. Ну, правда, не всех. Ой, надо посмотреть, какой корм сегодня дает сосед. Сосед же иногда так подкидывает для курей. Наташа, что ты продаешь? Я не знаю зачем, но я купила. Чуть-чуть. Так. Сахар. Сахар – это очень нужная вещь. Все, все. Так. Свободики. Пшеничка одна. Пока она знает. Я где-то видела, кстати, пшеницу. Кто-то продавал. Ну, это слабо напоминает пшеницу. Есть. Купила. Еще давайте. Тома, я жду. Тома, я здесь. Тома. Не? Ну, я пыталась. Ладно, я еще и посадить могу. Я ж умею. Честно, честно. Покажу как. Вот так. Раз. Придем через 2 минуты, называется. Так, я пока мезоводами займусь. Подсолнуха мне всегда мало. Всегда. Как что молока, что подсолнуха. Так. Идем сюда. 7, 8, 10. Я прям собой хожусь. Так. Ой. Ой. Ага, вот как. Печально. А когда у нас битва заканчивается, кстати? Сколько битв это еще будет длиться? А, 4 суток. Грубо говоря. Тихо. Сюда. Что мы хотим в первую очередь? Да. И все. На большее нас не хватило. Мне надо столько всего поставить. Квас, квас. Я вижу квас. Я вижу цель. Угу. Пшеничка еще растет. Ладно, мы пока сюда. Мы пока поставим то, что можем. Так, и сюда поставим. И сюда поставим. Поставим, я сказала. Этого тоже вроде как не мешало бы. Сейчас оценим ситуацию. Мне квас нужен. Кому как, кому что, а мне нужен квас. Очень просили туристы. Почти слезно. Так. Тихо. Занимаемся процессом пшеничка. Мы больше не садим 2 грядки. Много чего надо садить. Есть. Делали до тех пор, пока сахар не кончился. Старались. Так, я, наверное, пойду по туристам. По соседям, вернее, пройдусь. О, Людочка. Я к тебе. Ну, а видео пора заканчивать. На этом все. Спасибо за просмотр. До свидания.